Всем привет! И вы на моем канале «Прогулки на пенсии». А мы с вами сегодня идем смотреть начало ноября в Невшателе. Если вы со мной, оставайтесь. Идем с вами прогуляться по бульварчику, потому что там я хочу показать вам осенние клумбы. Пока идем, смотрим направо и налево, чтобы посмотреть на извилистые улочки, поднимающиеся выше и выше в гору. Ну вот прогулка в парке начинается с вот этого деревца симпатичного. Она только-только начинает рыжеть. Симпатичная, не знаю, похожа на вишенку. Вишенка ли это? Не знаю. Ну вот отсюда начинается скверик. Давайте пройдемся этим сквером, полюбуемся. Сквер находится напротив университетского здания. Приятное место. Можно уединиться, посидеть на лавочке под деревом. А под самим этим огромным-огромным деревом плющ пьется. Такое очень приятное место. Оглянемся, посмотрим на город. Город живет своей жизнью, молодежь спешит. Сейчас обеденное время, и многие спешат на обед, студенты в том числе. С утра была чудесная солнечная погода, а вот уже в час всегда дождячок каждый день идет. То есть осень напоминает о себе, что это не просто осень, а ноябрь. И как бы местные жители говорят, ну все, вот у нас зима наступает. Они считают, что вот это уже у них зима. Начавшийся дождь нам не помеха. Мы взяли зонтик. Сегодня у нас такой голубенький зонтик. И спокойно идем гуляем. Я все-таки хочу посмотреть на эти клумбы в хризантемах в начале ноября. Такой хлещет дождячок. Все спрятались на остановочке, где кто может. Ну, а некоторые нет, не боятся. Вот прямо идут под дождем, да и все. Это дождь не пугает здесь никого. Привыкли, наверное, к нему. Ну вот отсюда начинается небольшой сквер, поразивший меня тем, что он весь в шикарных клумбах. Имею в виду шикарных к этому времени года. То есть продолжают цвести цветы среди зеленого ковра. Это так здорово, конечно. И медленно желтеют листья. Хотела обратить внимание ваше, и сама тоже удивилась. Центральная дорожка заасфальтирована, а все остальные вот такие гаревые дорожки. В парках, у озера, везде. То есть заасфальтированного, забетонированного, там, где парки, очень мало. Ну вот, а я шла сюда. Я хочу посмотреть на это чудо. Удивление вызывают, конечно, цветущие растения ярко-красные. Это же наш Ванька мокрый. Ну вот, оказывается, они такие холодостойкие. Хотя ниже 10 еще не было. Обещают 7 даже. Ну, пока 12 было, 14, 10. Подойдем, давайте. Вот у этого огромного ствола дерева есть такая крошка. Здесь не грязно, сухо. Любую погоду, а мы сюда подойдем поближе, посмотрим, полюбуемся. Даже дорожка внутри клумбы, чтобы вы могли пройти, полюбоваться. А вот про эти цветочки я говорила, про Ваньку мокрого. Те, которые алые, они цветут. Красиво. Дорожки-то пройдемся, да? Хотя бы немножечко зайдем в центр. Какая красота, вы заходите и как в джунглях. А листья какие, посмотрите, огроменные. К нашему счастью, солнышко выглянуло. Дождячок немножко прошел, чтобы мы посмотрели на всю эту красоту, конечно.
много разных растений, конечно, вижу. Артишоки. На следующий год вот здесь, вот из этого растения будет артишок. А такие трубчатые белые цветочки, душистый табак. Клещевина. Это огромные зеленые листья, похожие на пальму. Роса черная или бордовая. Такие листья. Красиво, конечно. Дрявая капуста цветная. Ну, очень симпатично. Правда же, самые простые цветочки. Самые простенькие. Такие они яркие-яркие. Ой. Вот стою под этим великаном. Не знаю, что это за деревце. Может быть, это бук. Может быть. Любуюсь на клумбу, пока шел дождячок. Сейчас вот солнышко выглянуло. Ой, как хорошо. Заиграла всеми красками. Клумба засветилась. Пойдемте дальше, посмотрим, что там дальше. Такая нарядная со всех сторон. Краски такие насыщенные, насыщенные. Может быть, потому что тучки бродят, гуляют. Может быть, потому что зеленое поле оттеняет. Сразу посветлело. Дождичек прыснул. Тучка ушла. И сразу светло. Ну вот на этом кусочке, на этом пятачке все клумбы примерно состоят из одних и тех же цветов. Только оформление у них добавлено в виде переплетенных ивовых веток. И получится весной как корзина. Цветущие анютки внутри корзины. А это ручка корзины. Вот такие скверики очень люблю. Они такие маленькие, но настроение прям на весь день прошелся. И настроение чудесное. Мы двигаемся дальше. Напротив автобуса. Там далеко. Видно такое яркое-яркое пятно. Вот это клумбы, появившиеся совсем недавно. Потому что это и есть осенние теперь цветы, хризантемы. Вот оно, это яркое пятно из бордовых, красных, малиновых прям и желтых хризантем. Оттеняет все это что-то такое сероватое. Такие маленькие сероватые кустики, серенькие, сизые-сизые. Вот кто-то, видите, не удержался. Захотел фотографироваться на такой красоте. Просто помял все хризантемы. Увалился туда. Может быть, собачка забежала. Но мне кажется, вот кто-то ради снимка решил просто завалиться, как на снег. Снова пришлось залезть под зонтик. Но наша прогулка еще продолжается. Любуемся осенью в начале ноября. Скверик наш закончился. Памятником и подбоем из хризантем. Здесь мы подойдем поближе, рассмотрим хризантемки разные, бордовые, красные. На них, конечно же, дождевые капли, потому что дождик моросит и моросит. Но это не страшно. Посмотрим вот на этот постамент с вами. На этом наша маленькая прогулочка по скверу заканчивается. Дождик напоминает нам, что нужно говорить всего хорошего. Желаем вам здоровья, бодрости духа. И гуляйте, гуляйте на пенсии.